Что ж, именно этим маленьким белорусам мы и передаем историческую память и то, чем гордимся в нынешнее время. И хотим пожелать только мирного неба. Ведь для их комфортной жизни уже сейчас делается немало. Ко дню независимости многие районы получили подарки, нужные, важные, социально значимые объекты. В регионах сегодня тоже было многолюдно и очень атмосферно. Концерты, ярмарки, теплые поздравления и искренние слова благодарности. День, который нас роднит. И это чувствовалось в каждом уголке страны. Наши корреспонденты постарались везде успеть. Лучшие моменты собрала Мария Тройнич. Эти стены до сих пор изрезаны шрамами войны. В новом музее Брестской крепости на себе можно ощутить, каким страшным был июнь 41-го. Экспозиция развернулась в бывших казармах. Именно здесь защитники цитадели дали последний бой врагу. Тогда на небольшой участок восточного форта цитадели немецкие войска сбросили 2500-килограммовых бомб. Представлен макет 1800-килограммовой бомбы немецкой, которая носила кличку «Сатана». Именно такие бомбы, такая бомба была сброшена 29 июня 1941 года. В центре музея настоящая реликвия – знамя 393-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона. Несмотря на жестокие бои, красноармейцы спрятали его в одной из казарм. Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины. На площади церемониала в крепости прошел митинг «Живые цветы. Минута молчания. Как дань памяти о героях». Подвиг защитников цитадели стал символом героизма для всего мира. Сегодня Брестская крепость – это гораздо большее, чем место памяти. Сейчас на земле, когда-то политой кровью, благоустроено и спокойно. По словам горожан, именно в крепости самые красивые закаты. И здесь, как нигде, ощущается ценность каждой минуты под мирным небом. Живем в прекрасной стране, под мирным небом. Это большое счастье. Сегодня очень немногие народы могут гордиться такими вещами. Поэтому пускай будет солнце, пускай будет мир. Имена павших в годы войны навечно вписаны в барельефы мемориала в Буйничах. Поклониться подвигу героев сегодня пришли сотни жителей и гостей Могилева. Мы гордимся своей родиной, красивым городом, мирным небом, тем, что наши дети счастливы, мы счастливы вместе с ними. Невозможно перечислить то, что достигнуто молодой белорусской державой. В любую страну приезжаешь, смотришь, автобусы масс, трактора белорусы. И спасибо за это все, конечно, ветеранам, которые отстояли нашу великую державу. А в Гродно самым знаковым событием сегодня стала презентация гобелена истории «Живая нить». Его посвятили 75-летию Великой Победы. По уникальной технологии его изготовили гродненские мастерицы. У нас на самом деле замечательный город, замечательная страна. И за годы независимости нами создано очень много нужного, важного, ценного. И, наверное, самое главное, что мы, чего мы добились и за что мы боролись, это свобода, независимость и уверенность в завтрашнем дне. А на старых улочках города сегодня можно было услышать живую классическую музыку. Солисты областной филармонии выступили прямо на балконе жилого дома. Как иллюстрация достижений мирной Беларуси – доска почета Витебской области. На новом месте, в новом исполнении, но с неизменным требованием к лауреатам – быть лучшими. В их числе уникальны не только для области, для страны предприятия «Полоцк стекловолокно». География поставок – полсотни стран. Запатентованные разработки, четверть объемов – инновационная продукция. Мы создаем нити с новыми свойствами, мы создаем ткани с новыми свойствами, стеклоткань. Выпускаем базальтовое волокно – это экологический продукт, он пользуется спросом на рынке за счет ориентации мира на зеленые технологии. По традиции, к празднику Дня независимости принято дарить подарки. В Гомеле сегодня распахнул двери обновленный спортивный комплекс, тренажерный, игровой, фитнес-зал, а также 25-метровый бассейн и даже восстановительный центр. Зал для тренировок по дзюдо и современная велобаза. С надеждой ждали того, что появится Пятиборский дом у нас в Гомеле, потому что для современного Пятиборья на самом деле очень важно, чтобы был полноценный комплекс и чтобы практически все виды находились на одном месте. А в Бобруйске подарком для жителей города стала новая подстанция скорой медицинской помощи. Созданы все условия для работы фельдшеров и администрации. Каждые сутки здесь дежурит больше 60 человек. Условия стали намного комфортнее для работы, как и для отдыха в те немногочисленные минуты между вызовами. Ключи от собственных квартир. Такой подарок ко дню независимости получили 40 многодетных семей в Березино. Новый дом построили менее чем за год. До конца 2020-го в Минской области многодетные семьи получат еще около 2000 квартир. Две комнаты, я думаю, что хватит.
комнаты большие, мы посмотрели уже. Планировка тоже хорошая. Дети, ну, это очевидно, это будущее этих регионов. Поэтому государство старается сделать все возможное. И прежде всего, конечно, это жилье вот для такой категории наших граждан. Поздравления и музыка сегодня не будут смолкать до позднего вечера. Все ждут кульминации праздника. Жители всех городов присоединятся к акции и со всей страной споют гимн вместе. Тысячи голосов белорусов сольются в унисон, как символ единства независимой Беларуси. Мария Тройнич, Ольга Масловская, Николай Ковалев, Юрий Корнилович, Анна Ковалева, Илья Цветков и Андрей Ястребов. Агентство «Зель новостей».